Вставай, приятель, пора гулять. Пускай поспит еще немного. Поспал. Ну, все, я встал, Крипто. Сейчас пойдем гулять. Мой хозяин, Супермен. Вот тут складочку отсюжим. Так вот, для чего нужен лазер? Ну нет. Мой пес просто супер, но с другими животными он ладит плохо. Как жизнь, среднестатистическая собака? На днях курьера из FedEx укусил. Кто его подослал? Легион судьбы? Генерал Зод? FedEx. Конечно. Федерация экстрасенсов. Им веры нет. Где моего хозяина кошки носят? Так. Знаменитая Лига Справедливости. Супермен! Что происходит? Ты стал суперсильным. А должен был стать супердохлым. Мой лучший друг в опасности. Мне нужна ваша помощь. Мы всего-навсего свора бездомных питомцев. Но мы круче, чем вам кажется. Могучая хря. Я ничего не видела. Турбо-панцирь. Где это я? Собака-неубивака. Ну, конечно. Только мне одному никаких суперспособностей не дал. Тот, кто наделен суперсилой, обязан использовать ее во имя справедливости. Сорян, ты что-то там говорил? Это сколько ж надо было выпить? 2 полных унитаза и биде. Соглашусь, пожадничал. Причем я знать не знал, что это за биде. Думал, такая собачья поилка. Суперпитомцы. С дороги, кошачьи дитя. Туз, активируй собачий щит. Какой щит? Прыгайте! Отлично сработано. Уверен, это чудовищно больно. Готов махнуться суперсилой.